Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, я на днях приготовил себе очень вкусное блюдо и для себя сделал небольшое открытие, которым, конечно же, хочу поделиться с вами. Начинаем готовить, погнали! Сразу же нарезаем все ингредиенты прямо в кастрюлю. Отварил 4 яйца, куриные вкрутую. Также отварил 2 картошки в мундире и нарезаем также кубиком. Картофель также отправляем в кастрюлю. Докторской колбаски нам понадобится грамм 300. Чем больше в этом блюде колбасы, тем вкуснее. Но это на мой взгляд. Также нарезаем кубиком. Отправляем колбаску. Также нам понадобится примерно 5 огурчиков. Также нарезаем все кубиком. Огурец нарезали, отправляем также в кастрюлю. А теперь нам нужно нарезать редиски. Редиску я взял довольно крупную. И нарезаем также кубиком. Ах, редисочка вкусная, хрустящая. Свежий лук. Прямо с грядки, друзья. Нарезаем мелко. Также хороший пучок укропа нарезаем довольно мелко. Слегка перчим. И сейчас все это заливаем айраном. Я вам говорил, что я для себя сделал открытие. Я никогда не пробовал именно окрошку приготовить на айране. Очень вкусно. Айран — это кисломолочный продукт, в котором уже имеется и соль, и вода. Разбавлять его не нужно. Хорошенечко перемешиваем. А теперь можно пробовать. Выглядит очень аппетитно, а на вкус, ну просто бомба. Обязательно, кто не пробовал окрошку на айране, это вкуснотень. Вид просто шикарный, друзья. Давайте, друзья, попробуем. Я уверяю, вы когда попробуете, будете готовить все лето. Главное, чтобы редиска была. Пишите в комментариях, какую окрошку вы любите больше всего. Друзья, если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. И не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.